Под Киевом убит адвокат Юрий Грабовский, который представлял интересы задержанного на Украине россиянина Александра Александрова. СБУ обвиняет его в том, что он якобы был сотрудником ГРУ и участвовал в боевых действиях в Донбассе. Смерть юриста подтвердили в военной прокуратуре. Тело, по данным СМИ, было обнаружено в Киевской области. Место захоронения, как сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины, указали подозреваемые в убийстве, они задержаны. Грабовский таинственно пропал еще в начале марта. Его коллеги связали исчезновение с действием украинских спецслужб. Адвокат занимал на процессе жесткую позицию, сообщал о многочисленных нестыковках в деле. Уже после пропажи Грабовского на его странице в соцсети появились сообщения от его имени, а также фотографии из Египта, размещенные с помощью его же собственного мобильного телефона.